Добрый день, дорогие друзья! С вами Марина Кулагина, и сегодня мы поговорим об ароматном портфолио 10-го каталога Oriflame. Почему важно иметь несколько своих ароматов? Своих – это тех, которые идеально подходят вам. Ну, потому что аромат – это настроение. Потому что аромат говорит о вашем статусе, о вашей цели. Потому что это часть вашего имиджа. И потому что аромат позволяет нам очень комфортно, позитивно и успешно идти по этой жизни, создавать соответствующее настроение, шлейф, атмосферу. И добиваться своих целей. Итак, давайте посмотрим, какие ароматы у нас являются выгодными, как представлены по очень выгодным ценам в текущем каталоге, и что они нам могут составить. Ну, во-первых, могу сказать, что лето – это время цветочных ароматов. Так как природа цветет, так как вокруг яркие краски, голубое небо, зелень, цветы, и хочется соответствовать этой обстановке, поэтому в тренде летом являются именно цветочные ароматы, причем цветочные легкие ароматы. Знаете ли вы, что древесные, жесткие, шипровые ароматы летом смотрятся очень удушающе, да, поэтому мы их используем в основном в холодное время года. А вот летом это время легких, цветочных, нежных, свежих ароматов, которые дают ощущение комфорта. Но мы с вами рассмотрим несколько ароматов, которые в текущем каталоге представлены со скидочкой, которые однозначно вам подойдут. Но начнем мы с аромата бестселлера, с классики, с роскошным арабским жасмином в сердце, который завораживает абсолютно всех. Это, конечно, туалетная водичка Экла Фэм. Это бестселлер, который уже в течение более 15 лет в каталогах Oriflame. И он относится, несмотря на то, что он относится к восточным цитрусовым древесным, но он в любое время будет популярен. Это здесь мы услышим арабский жасмин, мандарин, сандал. Необыкновенно красивый аромат, классический аромат, создает ощущение женственности, гармонии, красоты. И обратите внимание, как маленькое черное платье должен быть в гардеробе каждой женщины. Используется как дневной, как вечерний, очень элегантный, классический, стильный аромат. И в портфолио здесь есть еще представлен крем, который с удовольствием создает этот нежный шлейф на вашем теле. Кстати, мы говорили, что кремами именно летом нужно пользоваться для тела обязательно, потому что кожа становится очень сухой. И в линеечке Экла также есть туалетная водичка мужская Экла Хоум. Она тоже представлена по удивительно привлекательной цене с большой скидочкой. Что можно сказать про этот аромат? Это восточный цитрусный древесный аромат, который мы услышим: гималайский чай, дорогую кожу и бобы танка. Дорогая кожа и бобы танка – это очень солидные ноты, и весь этот аромат однозначно дорогой, солидный, классический, стильный. Это как мужчина в дорогом костюме, это как рыцарь на белом коне. Это аромат, который нравится абсолютно всем женщинам, но не всем мужчинам. Но однозначно у этого аромата есть свои поклонники, и могу сказать, что по такой цене его можно купить только в летних каталогах. В период больших продаж он стоит гораздо дороже, поэтому очень советую. А мы переходим к драгоценному аромату, аромату, который придает женщине не только изысканность, но и определенный шарм. Это стойкий аромат, который будет на вас держаться более 8 часов. Это, конечно же, наша парфюмерная вода Giordani Gold Essence и вся линейка, которая соответствует этому аромату. В текущем каталоге представлены со скидочкой как сама парфюмерная вода, так и спрей, который имеет более для тела легкое звучание, идеален для лета, и парфюмерный крем, который замечательно создает этот нежный шлейф на вашей коже. Могу сказать, что это цветочно-древесный аромат, и здесь есть калабарийский бергамот, флёр д'оранж эссенс и тосканская древесина. Необыкновенный роскошный аромат, который прекрасно раскрывается на коже, давая такой изысканный шлейф. Флёр д'оранж – это цитрусовая нота, которые дают необыкновенное изысканное звучание. И в сочетании с тосканской древесиной и
калабарийским бергамотом. Это необыкновенно роскошный, изысканный, глубокий, насыщенный аромат. Рекомендую его как вечерний, как аромат для событий, событийный. Естественно, как дневной, летом он навряд ли пойдет, хотя в более легком варианте в спрее для тела это будет хорошо смотреться. Очень рекомендую по очень привлекательной цене, с такой большой скидочкой, только летние каталоги. Это как дорогое колье, как дорогое ожерелье, это как дорогой бриллиантовый браслет. Это как драгоценное украшение будет соответствовать вам, создавать особый роскошь и шарм и днем в варианте спрея и крем для тела, и вечером. Очень советую приобрести эту линеечку для своего шарма. Это как бриллиант вашей коллекции. А мы с вами движемся дальше. И у нас в текущем каталоге необыкновенно. Мы говорили, что лето – это время цветения, время цветов. И королева цветов, конечно же, розы. Обратите внимание, в текущем каталоге замечательная парфюмерная вода Валаре, цветочный аромат с лепестками розы, фиалки и кожи. Изысканно будет смотреться, создавать нежный флёр, изумительно сочетается с легким платьем, с летним сарафаном, изумительно в летние вечера будет создавать с летним замечательным вашим нарядом изысканный шлейф королевы цветов розы и фиалки. Очень советую приобрести этот аромат по цене 719 рублей. Это, обратите внимание, парфюмерная вода повышенной стойкости. За 719 рублей приобрести парфюмерную воду объем 50 миллилитров с изысканным дизайном в виде розы. Это очень здорово, это очень выгодно. И обратите внимание, что даже тогда, когда этот флакон будет хорошим подарком и очень изящно будет смотреться на вашем туалетном столике, даже тогда, когда туалетная водичка кончится, вот этот замечательный флакон будет необыкновенно роскошно на вашем столике создавать такую гармонию красоты. И мы с вами движемся дальше и поговорим о тех запусках, которые сделала компания Oriflame. И это, конечно, мужская и женская туалетные водички Full Moon. В женском варианте это цветочный древесный аромат с нотами персика. Обратите внимание, ночной гордении и ванильной орхидеи. Аромат на самом деле движется ближе к восточному, потому что такое очень глубокое, персиковое и ванильное орхидеи создают глубокое звучание. Но так как это туалетная вода, необыкновенно роскошно смотрится, слушается на теле. И вот что пишут про этот аромат. Чувственный аромат с сочными яркими нотами персика и нероли, гипнотической нежностью ночной гордении, жасмина и манящим шлейфом ванили орхидеи и терпкого мха. Это сладкая романтика лунной ночи. Аромат все-таки ближе вечерний, но и днем он будет неплохо смотреться. 30 мл и по очень привлекательной цене 399 рублей. Очень богатый шлейф. А сейчас я вам расскажу о мужском аромате. Обратите внимание, что же 30 мл, но этот аромат полюбился не только мужчинам, но и женщинам. И на нашем тестировании есть женщины, которые прямо открыли для себя этот аромат. Благодаря чему? Благодаря тому, что есть здесь зеленое яблоко и также бобы тонко и ветивер. Что же можно сказать об этом аромате? Чувственный, немного терпкий аромат с энергичными нотами зеленого яблока, перца, кориандра, гурманскими аккордами бобов танкая, полынью и шлейфом из ветивера и пачули. Это мужественный, и романтический одновременно. Аромат достаточно свежий. Свежесладкий, я бы сказала, свежезеленый. Необыкновенно приятно смотрится на коже, слушается на коже, создает необыкновенно очень приятное, изысканное звучание. Очень советую этот аромат. Он будет вот в летней коллекции, он будет необыкновенно роскошно звучать. Обратите внимание на этот аромат, который действительно понравился очень и очень многим. Если вот предыдущий аромат женский, он вызывает некоторые сомнения, потому что есть сладкие нотки, да, сладковатые нотки, которые летом, возможно, будут тяжеловато звучать, так как здесь ванильная орхидея, терпкий мох, то вот этот более свежий, более легкий, более изысканный, более гармоничный аромат нравится абсолютно всем. Обратите внимание, это действительно классика. И мы переходим к молодежным тусовкам. Лето – это время тусовок, это время
ярких встреч, это запуск каких-то вечеринок на берегу моря или в городе. И вот на этих вечеринках замечательно будет аромат on the edge. Это дерзкий, контрастный аромат цветочно-древесным аккордом женственной кожи. И он будет очень хорошо звучать вечером. Здесь основные компоненты: черная фиалка, апельсин, аккорд женского кожи. По цене 599 рублей, объем 50 мл. Такой молодежный, яркий, насыщенный аромат. Но для любителей сирени, для любителей цветов, для любителей лета, вот необыкновенно роскошный аромат, который будет соответствовать летнему легкому имиджу с ароматом белой сирени. Потому что сирень в нашем регионе любят абсолютно все. Обратите внимание, здесь ноты гелиотропа, зеленые листья и белая сирень. Туалетная водичка из коллекции Women's Collection. И по цене 519 рублей, 50 миллилитров. Аромат белой сирени летом нравится абсолютно всем. Если зимой он будет смотреться несколько легким, то вот летом он как летнее платье, как летний сарафан, как летний шлейф будет следовать за вами. Необыкновенно роскошный аромат. Я просто влюблена в аромат Divine. Это аромат женственный, женский, который создает ощущение неповторимой, да, женщины и роскошный, что можно сказать, роскошный женственный аромат с лепестками фиалки и плюща, нотами бамбука, а в центре аромата распускаются шестигранные орхидеи и нисходят в чувственную гармонию белого мускуса и сандала. Аромат на самом деле очень красивый, цветочный, 50 мл, необыкновенно женственном красивом флаконе. И вот с этим ароматом также в этой коллекции еще и присутствует у нас крем для тела. Крем для тела необыкновенно нежный, создает очень легкий шлейф на теле. Вот из многих коллекций часто спрашивают, какую аромат не будет на какой крем не будет создавать абсолютно никакой навязчивости, будет легкость, нежность, красоту, изыск и, я бы сказала, гармония. Вот этот аромат именно Divine. Классический Divine. Могу сказать об этом аромате, что этот аромат очень давно, более 12 лет в парфюмерной коллекции компании Oriflame. Это действительно, как я говорила, бриллиант. Да, вот есть ароматы такие, знаковые бриллианты. Это бриллиант. И я очень советую приобрести. Очень уникальная цена. Этот аромат подойдет и для дня, и для вечера. Он идеально носится, несмотря на то, что это туалетная вода, но она достаточно стойкая. Она хорошо носится на волосах, на мехе. Она подойдет и для зимы, и для лета, и для весны, и для осени. Это классика для элегантной, изысканной, женственной натуры, для притягательной. Очень советую этот аромат, потому что он гармоничный, ненавязчивый, но очень женственный. И подойдет для многих случаев. А мы с вами движемся дальше. И выгодным предложением этого каталога отнесу несколько мужских. Ну, во-первых, женские ароматы. Это туалетная вода Joyce Jade с ароматом зеленого яблока. 529 рублей, 50 миллилитров. Необыкновенно роскошный цветочно-фруктовый зеленый аромат. Здесь зеленое яблоко, дикая орхидея, сандал. Этот аромат будет наполнять ваш день свежестью, радостью. Изумительно для отпуска, изумительно как офисный легкий аромат. Он не навязчивый, он практически неслышный, но создает ощущение комфорта, легкости, свежести в течение всего дня, не перенасыщивая, не создавая какой-то особый колорит, да? Это ощущение легкости, свежести, нежности дня. Неслышный, легкий, свежий, комфортный аромат. Создаст вам ощущение комфорта и свежести целый день. А мы движемся к мужским ароматам, потому что в текущем каталоге очень много представлено очень выгодных предложений для наших мужчин. Ну, начнем с свежих ароматов. Это ароматический фужерный аромат. Это венчи аромат, в котором мы услышим корень
дымяны, перечные, мята и кедр. С одной стороны свежий, с другой стороны древесный аромат. Необыкновенно красиво раскрывается на мужской коже. Обратите внимание, 529 рублей 50 мл. Очень выгодное предложение. Если мы хотим услышать более глубокий, более изысканный аромат, более выразительный, то я рекомендую туалетную воду Excite Force. В этой туалетной воде это ароматический фужерный аромат. И здесь вы услышите дыню, растертые иглы сосны, черную амбру. Аромат достаточно глубокий и насыщенный. Но с другой стороны, вот растертые иглы дают ощущение свежести и изыска. И что мы услышим про этот аромат? Что мы почувствуем? Это настоящий аромат воплощает мужественность, мощную, нежную одновременно. Сочетание дыни сочные дыни удачно сочетается со свежестью растертых между пальцами сосновых игл, а довершает композицию терпкий шлейф из черной амбры. Выразительный мужественный аромат действительно соответствует такому брутальному мужчине. 50 мл, очень советую, очень выгодная летняя цена. И очень рекомендую аромат Софии в Хим, обними меня, его, обними его. Аромат действительно объятия. Этот аромат особый. Обратите внимание, что вот как дорогой коньяк имеет такой цвет коричневый, да, вот и этот аромат, как дорогой коньяк, очень красиво и роскошно раскрывается на мужской коже. Аромат необыкновенно богатый, аромат создает очень дорогой шлейф и изумительно смотрится, слушается на мужской коже. Вначале он кажется немножко тяжеловатым, но в раскрытии, тогда, когда он носится, необыкновенно дорогой, изысканный, красивый, богатый, роскошный аромат. Очень советую, да? И обратите внимание, давайте почитаем описание аромата. Это восточный древесный амбровый аромат. Здесь есть имбирное дерево, белый мускус, перец, перепири. Аромат магнита, аромат влечения, аромат безумства, интенсивный, притягивающий мускулинный парфюм станет. Мускулинный парфюм станет отражением страстной и дерзкой натуры. Сомнодительный микс перца перепири, бурбонской герани и имбирного дерева окрашивает кожу оттенками мужской сексуальности. Могу сказать, необыкновенно приятный, роскошный, богатый аромат, как дорогой коньяк, как дорогой лимузин, будет соответствовать мужчине. Носится просто необыкновенно, создает ощущение действительно такого влечения. Этот аромат хочет слушать, слушать, слушать. И в нашем линейке также представлены ароматы, которые появились в прошлом каталоге. Это аромат Глейше для спортивных. Это аромат Глейше Рок. Да, вот аромат, давайте для спортивных, да, скажем, здесь зеленый лимон, герань и дерево. Аромат такой, как аромат для спортивных активных мужчин. Аромат более свежий. Вот обратите внимание, случайно он зеленый, это ароматический фужерный. Здесь присутствует лимон, огурец и амбра, и они создают ощущение свежести, нежности, бодрости. Вот такой необыкновенно роскошный аромат. И более глубокий, более насыщенный, более такой чувственный аромат. Это аромат Glacier Fire. Он древесный, ароматический, содержит черный лимон, теплую древесину и ледяную мяту. Обратите внимание, это очень... Из линейки Глейша это самый чувственный, я бы сказала, аромат. Аромат свидания, аромат встреч, аромат такой мужественной силы, мужской силы. Да? Здесь есть все аромат для встреч, для свиданий, есть аромат легкий, свежий, есть аромат спортивный, насыщенные, выразительные. Обратите внимание, что только в этом 10-м каталоге Oriflame очень богатое парфюмерное портфолио с очень большой скидкой. Здесь вы найдете ароматы на все случаи жизни. Они помогут вам, внимание, создать особое настроение, создать особую обстановку и ситуацию, создать особый имидж, создать особый успех и на самом деле создать особый стиль, который будет соответствовать только вам. Дорогие друзья, заказывайте, каталог работает, а мы с вами встречаемся завтра на линейке, на обзоре линейки декоративной косметики. И я надеюсь, что завтра мы с вами подберем
то, что позволит вам создать замечательный макияж и замечательный имидж. Жду вас на наших марафонах красоты. С вами Марина Кулагина. Пока-пока!